Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Откуда в Джангаш Сити Реквест появляется реквест? Это мистика и магия. Итак, мы с вами открываем любое представление, которое бы не писали, в формах, либо где, везде мы используем реквест. Да, реквест, пост, get, либо get, либо разные формы, да, а вот здесь у нас появляется request, при этом мы открываем документацию, давайте откроем документацию, сейчас покажу, где она находится, открываем документацию, нажимаем документация Django, дальше идем request response во вьюхе, да, во вьюхе. И здесь читаем класс HTTP Request, вот где он живет, Django HTTP. Набираем Django исходный код и пытаемся разобраться. Мы знаем, что там было написано Django HTTP, поэтому идем в библиотеку HTTP, вот наш request. И здесь мы видим класс HTTP Request. А откуда сам request берется, давайте смотреть, что люди говорят. Это очень интересно. Итак, бред, да? Ну, никто не объясняет. Давайте разбираться. Итак, пишем. Смотрим, да, переводим Django против запроса. Ну, то есть человек новый, ладно, простите, но если да, то зачем давать одному и тому же объекту два имени? Ну ладно, новичок, понятно. Ладно, человек отвечает: request параметр имеет тип HTTP request. Ну, супер. Request параметр имеет тип HTTP request. Ну да. HTTP request — это класс. Это экземпляр класса request. Так, ну-ка, давайте-ка чего-нибудь там думать. Пишем функцию, вставляем сюда экземпляр класса. И все. Что-то не складывается в голове. Который request параметр является объектом класса HTTP request. Ну, в общем-то, я правду вам сказал, ребят. Но это же мистика. Тогда что такое request? Непонятно. Ну, новичку понятно, что пост. Это тоже непонятно. Ну и get, но это уже за пределами. Ну, а про это не будем говорить. Ну что ж, давайте разбираться. Ёб твою мать, ведь все написано для дураков. Что здесь непонятного? Ага. Сначала скажу так, вот смотрите, отвлекусь. Ребята, вот приходим в школу, и мы постоянно работаем с документацией. Вот надо идти к Буфсуновскому и работать. Поехали разбираться. Давайте создавать проект. Сначала из конца проект создадим, посмотрим, как это работает. Сейчас я сделаю вот по-другому. Django проект открою в терминале. У меня заготовлено уже, ну, есть виртуальное окружение. Вам, новичкам, достаточно просто понимать, а в школе мы все это делаем. Поэтому приходите, я просто пока показываю смысл. Так, возьмем вот так, создадим проект.
и назовем его Send Request. Открою его в Django проект Send Request. Все будем делать быстро, поэтому не переживайте. Жмакнем любой файл Python, выберем наше виртуальное окружение. Пусть будет такое, везде Django установлено. Нам особо ничего не надо. Быстренько терминальчик. Создадим приложение. Так, пусть будет mRequest. Быстренько добавим его в Installed Apps. Мы не Django сейчас изучаем. Django мы в школе с нуля изучаем, я в конце скажу. А мы сейчас просто разбираемся. Потому что так уже надоела эта хрень, которую пишут. Ну, блять, ладно. Лень было писать, но все-таки решил написать. Итак, погнали. Давайте читать документацию и писать код сразу. Открываем верх, смотрим это объект. Сначала попробуем реализацию. Потом будем разбираться, откуда этот request маленькой буквы появляется. Вот, допустим, patch, да? Дальше там метод. Ну, давайте попробуем написать. Открываем представление и начинаем писать напрямую, да, чтобы понятно было. From Django, библиотека HTTP, мы видели. Вот написано, да, мы в ней были. Django request. Вот наш HTTP request. Пока будем делать так, да? Import HTTP response. Там дальше, да? Зачем мы делаем HTTP? Так. Не то, HTTP response. Не вижу здесь. Ну, подчеркивает, хай подчеркивает. Все правильно написал, нет, что исправил. Давайте напишем def request data, и мы почему-то используем request. Экземпляром класса это навряд ли может быть. Согласитесь? Давайте посмотрим пока pass и запустим. Да? Во-первых, проведем миграции. Я, как вы заметили, по урокам использую алиасы в Linux, поэтому у меня вместо полного Mac Immigration я ввожу команды ma и mi. Все у нас работает, да? Поехали дальше. Открываем документацию. И поехали. Все не буду смотреть.
но покажу первое. Ну, например, патч, да? HTTP request patch. И далее смотрим, что здесь написано. Строка, представляющая полный путь к запросу, не включая схему домена и строку запроса. То есть сам путь. Иными словами, дальше что мы делаем? Для того, чтобы мы придумываем переменную patch и хотим отобразить, значит, нам надо просто сделать request patch, да? Давайте посмотрим, правильно ли у нас все работает. Для этого мы сразу сделаем следующее. Для того, чтобы нам не городить страницы, так как мы разбираемся с request. Ну, я в конце расскажу самое главное, поэтому смотрите, а то будете потом ходить херню разную слушать. F-строку и отобразим это как строку. То есть берем сразу HTML, чтобы нам, говорю, не городить сейчас страниц, нет на это времени. Закроем тег HTML прямо на странице. Нам надо просто отобразить, понять, работает, как это работает. Дальше поехали. Ну, пишем патч. И ставим патч. Да, нашу переменную. Сразу переносим на следующую строку, на будущее. Дальше возвращаем функции. Что нам надо вернуть? Само собой, если это по нашему предположению запрос, то нам надо вернуть ответ, HTTP response. HTTP response, это просто она подчеркивает с дурости, да, среда. И далее мы возвращаем наше сообщение, message. Далее указываем тип контента, атрибут, то есть как вернуть. И возвращаем как простой текст. В целях экономии. Текст в формате HTML. Далее укажем, пусть возвратит кодировки UTF-8. То есть пусть будет так. Может не распознавать большие буквы, но потом поправим. Давайте теперь запустим. А, нам надо еще URL. Мы не будем сейчас делать URL отдельно, мы сразу сделаем в главном, чтобы сэкономить время. Прописываем URL. Пусть это у нас будет самое простое слово «данные». Далее поставим слэш. Далее нам надо импортировать нашу функцию requestData. Давайте. From. Вот не... А, видит. From, значит, вьюха, импорт, request data, да? Мы можем напрямую поставить без всего, request data, и далее берем
чтобы это было все правильно, красиво все-таки. Так будет просто правильно. Запустим наш сервер. Если есть исключения, то мы их уберем. Да, что-то мы неправильно написали. View Line 2. Что он там не нашел? Так, стоп. Практика Django. Файл есть. Сейчас посмотрим. Ну, исключение я уже вижу. Я просто сделал ошибку в этом слове. То есть я его убираю. Ну, бывает такое. Так, ну, отработало. Переходим по ссылке. Добавляем сейчас дата. И UTF-8, как я говорил, скорее всего, не прочитала. Name UTF-8 не существует. Ну и хрен с ним. Вот напишем по-малому. Это не так важно. Посмотрим, что сейчас будет говорить. Опять, если что-то еще поправим. Опять не существует. Ну хорошо. Я не буду вас мучить. Просто-напросто. Вообще должно было и прошлое работать. На самом деле, давайте подумаем, ну, по ходу подумаем. Давайте попробуем Django посмотреть. Берем вот так, набираем, да? Документацию Django. Ctrl-F у меня Mozilla. Ну вот, ответ сразу найден, да? Так, это нам не надо. Так, ну, ответ найден, да? То есть мы видим, что по умолчанию это тип данных строка, кавычки, да, видите? То есть поправляем сразу. Усложнить вам решил. После этого идем опять к нам. Где там наш... Столько у меня открыто. Ладно, по-новому. Так, вот путь, дата, отобразила. Супер. Ну что ж, давайте перемещаем куда-нибудь сюда, чтобы документация, главное, осталась. Давайте дальше продолжим исследование наше быстрое. Дальше все пойдет как по маслу. Открываем документацию и смотрим, да? Задаемся при этом вопросами, да, потихонечку давайте отвечать-то все-таки, чтобы не читать бред какой-то, блядь, извините, что ругаюсь, но бред, начитаешься, потом злости наберешься и пишешь уже. Итак, дальше мы видим все методы, бери да подставляй, короче, все эти методы. Ну что, поехали еще какой-нибудь метод поставим. Допустим, get absolute там, ну, что там возьмем. Ну, не знаю. Ну, вот даже юзер есть, аутентификация. Но это, там надо будет код дописывать, это лень. Ну, пусть будет. Ладно. Пусть будет юзер-агент. Браузер. Вот тут есть, найдете юзер-агент. Далее возьмем самое простое. Юзер-агент, ну что, чтобы Mozilla определить. Присвоить значение. Опять, видим, пишем request. Ведь мы опять почему-то не пишем
HTTP-реквест. Request. Далее пишем. Ага, нам надо посмотреть. Это будет... Нам надо мета, да? HTTP-реквест мета. И вот тут целых куча параметров, можно любые. А вот у нас юзер-агент. Ну, просто тупо копируем. Ума здесь не надо никакого. Ну, потихонечку доберемся, ребят. Request и далее. Понятно, что опять все-таки учим читать документацию, ребята. Читаем. HTTP-мета, да? Словарь, содержащий все доступные HTTP-заголовки. То есть, грубо говоря, нам надо просто взять синтаксис как добавление словаря, да? Иными словами, пишем метод, просто это надо увидеть, да? Поработайте добавление словаря, увидите, что это тот же самый синтаксис сейчас делаю. Дальше квадратные скобки, дальше кавычки, и вставляю то, что скопировал. Все, умам больше не надо, все было написано. Теперь сюда беру юзер-агент этот. Вставляю сюда, значит, то, что и надо. Ну и пусть будет опять на следующую строку. Давайте откроем. Так, чего-то там у нас было сбилось пока сервер. Ну, запустим по-новому. Что не так написали? Где-то допустили ошибку, ну ничего, сейчас исправим. Это же дело такое. Между прочим, опять спешка, смотрите, ну все, вот пока взял, вот чем плохо эти все копирования. Просто-напросто всунул случайно, то есть все будет работать. Ну, пожалуйста, вот Mozilla, да? Ну, думаю, что дальше сами, ну, мог бы сделать, допустим, абсолютный путь. Ну, смысл поняли, да? Ой, ну, метод. Давайте метод посмотрим, чего там. Метод строка, представляющий метод HTTP-запроса, это гарантированный верхний, например, get, post и так далее. То есть какой это запрос у нас происходит, get или post. То есть, иными словами, это форма или в строке браузера. Ну, давайте проверим. Давайте еще одно напишем и потом пойдем дальше разбираться. Метод присвоим значение сразу здесь. Значит, метод, бляха, надо было отключить, потому что мы же еще его не писали, а уже пишем здесь. Метод br, метод присвоит значение, смотрим документацию. HTTP request, то есть и метод. Просто. Значит, что нам надо сделать? Запросить. Request. И метод. Ну, долго она будет думать, лучше вручную напишем. Request метод. Далее просто-напросто идем смотрим. И появился у нас get-запрос. Да, действительно, потому что вот он у нас в браузере. Иными словами, как так получается, ребят? Все-таки давайте открывать. Request.
Вы знаете, простительно такие вещи не понимать новичку, но действительно здесь заслуживает уважения. Парень очень внимательный, действительно сказал, я новичок, любопытно, что каждая функция имеет request в качестве параметра. Молодец, что заметил. А вообще там написано HTTP request. Правильно. Он открывает документацию, смотрит. Тут написано HTTP request, а в коде написано request. Откуда все это берется? И далее его засыпают информацией. Request параметр имеет тип «да». Вроде правильно, вроде ответил. Ну, иными словами, где звезды? Там, на небе. Хочешь есть? Хочу. И я хочу. Ну, из этой оперы. Ладно. Давайте-ка соображать. Логику включать. Ну, человеческую, обычную. Это у нас чего? Функция. Функция. Ну, не сомневайтесь. Def – это функция. Это у нас параметр. Параметр. Мы его написали. Слушай, вот а я сейчас Django создам проблем. Вася напишу. Вот напишу я Вася, и все. Вот я хочу так написать. Будет работать или нет? Вася. Вася. И Вася. Нет, писать так не надо, ребят. Надо же понимать, что пишется. Василием не в обиду. Ну так. Так. Ё-моё! Слушай, так может, это действительно, как там парень писал, экземпляр класса? Ну, давай проверять. Давай проверять, если это экземпляр класса, то давай логику включать. Пишем класс. Там же человек ответил. Ну, мы свой. HTTP request. Здесь мы пишем. Пусть будет самое простое. Нам же проверить, надо экземпляр это или нет. Пусть у нас будет здесь так, и пусть сделать здесь... Ой-ой-ой. Пусть у нас сделать здесь будет вот так. Вот так. Ну, тут сделаем пока так. Отработали. Теперь пишем экземпляр класса, какой у нас request. Request. Ну, мы считается, это же экземпляр класса некоторые пишут. Ну, хорошо. Ну, параметров обязательных нету. Все работает. Ну, а мы написали Вася. А, теперь попробуем ввести request. Так, ну вот видим, значит, класс HTTP request имеет, значит, место в памяти, все окей. Ну, а мы написали Вася. Не, вы знаете, не сходится. А вот у меня заработало, да? Я ж вам говорил, мистика! Но мистика! Ну, вот написал же, мистика! Не, ребят. Вася у меня работает, но как экземпляр класса, ну нифига не ладится. Ладно, давайте по-другому. Напишу код ближе, похоже. Открываем файл, смотрим. Ищем request тут, как экземпляр.
Реквесты мы тут найдем, да? Но как экземпляр класса что-то не находится. То есть строка типа вот такой, да, примерно, но не находится, и все. Хоть ты убей. Нет. Где оно там делось? Ладно, пошли в документацию читать. Там же все написано. Я говорю. Ребят, послушайте. Ну, бляха, клянусь. Клянусь, это мистика. Пока не начнешь понимать документацию. Потом мистика упадает. Пока не понимаешь, мистика. Вот. Смотрю, мертвые с косами вдоль дорог стоят. И тишина. А среди тишины. Так это ж понятно, это ж экземпляр класса. Все, никого не стоит. Ну как, наповал. Ой, ладно, пошли проверять другой вариант. Но все-таки есть же какое-то мнение. Говорю, мистика. Мистика, пидать мистика. Request параметр является объектом класса HTTP Request. Ну, я тоже ничего не понял, но ладно. Вам не нужно импортировать HTTP класс, потому что этот параметр не вводится. Вопрос, а почему? Ладно, опускаем. Мистика ведь. Вам нужно будет импортировать, если вы печатаете следующим образом. Ну, давай попробуем. В нашем коде чего-нибудь сделать. Вместо Вася чего-нибудь написать такое. Ну, даже мы сделаем исключение. Импорт. Так, импортируем его напрямую. Ну так не надо. Ну давайте так попробуем. Запускаем. Не работает. Вы знаете, не работает. Нифига не работает. Мимо. Мимо, парень. Ну, я другие не искал. Вот этот ответ, конечно, мне очень нравится. Request параметр имеет тип HTTP request. Так. Типы данных Python. Так, ну там сильно умные сидят, ничего не знают, Skillbox. Пойдем к дуракам в документацию. Там для дураков, типа Булсуновского, документации пишут для дураков. А я... Туториал. Итак, ищем тип данных request какой-нибудь. Ну вот есть number, string, list. Ну, честное слово, не найдете. Это, ребята, я вам показываю, какой бред люди пишут. И я не буду просто показывать программистов. Не наши. Наши вообще не знают. Это просто человек программирует 12 лет, да? И он там такой бред пишет. Ё-моё. И вот новичок ищет, и этому ж верить. А проверить, знаете, как-то мозги включить не получается. Ладно, ребят, ну хватит вас мучить. Давайте все-таки для тупых смотреть. Тупых, но которые придут в школу. Сразу сначала скажу, что надо делать.
В школе мы работаем с документацией Django, потом начали работать с JavaScript, открываете вот это видео крутой Python и смотрите, как мы с ребятами обучаемся, да? Когда мозги на выворот, когда человек начинает писать реально, да? А не ходит, читает такой бред. Это я одну нашел. Ну, не хочется никого обижать, ребят, но просто-напросто, ну, так же нельзя делать. Нельзя же читать такие вещи. Request, параметр имеет тип HTTP request. Ну, вот как с этого можно что-то понять? Является ли запрос зарезервированным ключевым словом? Могу ли я заменить это слово, например, ну, вы уже убедились, что можно и Васе написать? Ну, давайте. Читаем. Бла-б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 ла. Для тупых здесь все написано. Применение. Get host. Метод терпит неудачу, когда хост за несколькими прокси одним решением является использование промежуточно. Слушайте, да кто же его написано для дураков? Используйте middleware. Во бляха. Написали ж. Вот прямо. Ну, давайте смотреть. Заходим мы в entry-setting, берем middleware, начинаем убирать. Ну, методом научного тыка, все по-русски, все совершенно просто. Так. Это я, наверное, где-то опять чего-то там намудрил. А, нам же надо вернуть назад, там же такие слова некрасивые. А, не, я же хотел вам еще кое-что показать. Все-таки надо же мозги прочистить уже раз и навсегда, чтобы гадости разные не читали и дурости не в голову. Давайте наиболее близкое сейчас посмотрим и сделаем, чего там наиболее близкое является. Давайте, ребят. Так, все, закрываю. Так, стоп. Вот это сюда двигаю, вот это все нафиг закрываю, потому что читать закрыть справа. А теперь давайте-ка посмотрим, чего здесь написано вот реально. Да, потом будем дальше работать. Открываем HTTP request, смотрим наш класс HTTP request, базик HTTP request. Читаем, да, смотрим init, может там вы ничего-нибудь написано. Ага, видим, get post, credit. Ну, пошли почитаем. Так. Быстро набираем Django, потерялся я тут в Django. Так, где там оно делось? Так, смотрим. Credict, только надо было тут найти. Так, угу. Подробный словарю объект содержит все заданные параметры HTTP GET, Keriset DICT, документация ниже. Ну, читаем, тут же для дураков написано, действительно, все же понятно. Я вам на полном серьезе говорю. Иными словами, не буду сейчас загружать ваше время, да, внимание, но CarryDict действительно это объект, идея четко расписана. Для get-post-запросов, сейчас я объясню, Django CarryDict, похожий на словарь класса, настроен для работы несколькими значениями одного и того же ключа. Я не входил, потому что некоторые элементы HTML передать несколько значений для одного и того же ключа. Это как раз является объяснением, почему мы self не используем. Потому что используется ключ, да? Не будем разбираться, но давайте вот здесь попробуем написать код. И я думаю, что кто с Python работал, обязательно увидит что-то знакомое. Итак, пишем класс
HTTP request. Далее. Dev. Init. И давайте мы немножко упростим. Здесь мы пишем self, здесь мы пишем post. Открываем, да? Упростим. Ведь это пост. А что это за пост, ребята? Кстати, думайте, пока я делаю, а вы думаете, что это за пост? Вот надо еще видео записать, а то, когда говорят, спрашивают, а что надо учить, чтобы стать веб-разработчиком? Ребят, надо научиться разбираться в контексте. Завтра вот ради интереса запишу это видео. А, что же такое пост? Пост это... В контексте, это значит в контексте. Пост, это значит пост-запрос в библиотеке HTTP. И вот это я и называю разбираться в контексте. То есть, значит, нам надо и HTTP, и HTML. Да, только это надо в контексте, ребята. Потом запишу видео. Здесь мы видим словарь, да, то есть словарь, мы понимаем, словарь подобный имеет ключ значения. Но давайте мы упрощенно напишем, поймем, как это работает. Просто, смотрите, у нас поста нет, поэтому это считаем, мы для нас будем как запрос пост, да, но мы напишем, что по умолчанию его нету, потому что нам код будет сильно долго записать, если он будет, да. Теперь берем self пост и присваиваем значение пост. Смотрите, пост. Укорочено делаем. Второе берем. Self. Вот берем вот этот класс, ребят. Смотрите, ведь это ж та же петрушка. Querydict. Я вас специально отвожу от ответа, что такое request. Ну, я сам тоже не знаю, я честно говорю. Мистика. Я надеюсь вас убедить, что это мистика до конца урока. То есть, подобно словарь, считаем, что это словарь и есть. Но мы, так как мы прочитали, что это подобный словарь, значит, мы просто напишем словарь, уж Python его точно поймет. Так как, когда мы выводим страницы, вот смотрите, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Почему это работает? Это мы проект пишем, да? Да, скажу, где мы проект пишем. Вот если зайти, допустим, на YouTube, ой, это открылось, оно мне не надо. Если вы зайдете на YouTube, да, под этим видео будет, то здесь есть Django 4, пишем сайт с нуля, посмотрите первое видео. Сложный сайт пишем, сразу скажу. Но многое чего надо в этом в школе. И там есть своя методика, если хотите действительно реально писать. Ладно, не будем отвлекаться, но это же я вас специально отвлекаю, ребят, честное слово, чтобы вы поверили мне, что это мистика, потому что это действительно мистика, но больше мне сказать нечего. Итак, вот я вам хотел уже показать. Вот смотрите, допустим, вот DetailView, да, мы, допустим, писали функции, создали просто контекст, присвоили значение словаря. И Django прекрасно находит страницы, то есть... Django без разницы. Вопрос в том, что она словарь понимает, потому что она выводит страницы словаря. Давайте мы убедимся, что это так на практике, потому что вот эта вот вещь, по которой еще возникает куча вопросов, а почему же пишут request post-get? Самое интересное, вы знаете, написано большое количество книг, и мне даже задавали ребята, которые приходили платно учиться, кстати, есть индивидуальное обучение, но дорого, сразу скажу, а вот дешевле. Бесплатно я работаю в группу, в группе увидите дешевле. Это так вот пришла мысль, да? Купить курс просто по Django и заниматься еще плюс к тому группе, кто активно работает. Ну и индивидуальное обучение, там моя методика расписана, почитайте. Ладно, погнали. Извините, но надо было сказать.
То есть, получается, словарь воспринимает, да, Джанго. Значит, идем опять к нашему шалашу. То есть, керюдикт мы эмулируем, да, что это словарь. И возьмем поле боди, будем считать, что поле боди в данном случае у нас что это? Опять же, мы это просто прикидываем якобы, но в голове держим, что поле боди это какое-то поле модели, да, которое будет извлекать нечто. Это чистая эмуляция. Мы даже не ставим переменные, а ставим строки, потому что переменная просто не сработает. Оно напишет, что ну, нет такого значения, если вот мы вот так вот сделаем, да, то понятно, что оно нам... Потом напишешь, когда будем извлекать, что боди нету. Да, сейчас не извлекло, но сейчас, если мы возьмем, давайте посмотрим вот эту запись сейчас, да, вот, что здесь пишется, да, везде в проектах пишется, да, и в книгах пишут там. И очень старательно автор обходит. Вот эта строка request post get, запрашивает поле и дальше молчание. Дальше говорит, хрен я знаю, а пошло оно все нафиг, а то ж спросят. Ладно. Но это ж везде, в формах везде. И вот есть люди, которые по 10 лет программированием занимаются, ну вы знаете, ну... Ага. И теперь поехали. То есть... По сути дела, оно бы работало, но тут все в Джанго хитрее. В данном случае, да, вот так, оно проработало. То есть, если мы берем request, да, это не относится сейчас к Джанго. Присвоили значение HTTP request. Тут у нас ноны ничего нету. Смотрим, чего. Вот боди, как я говорил, нету, поэтому делаем строкой, чтобы вопросов не было. Все сработало, и теперь мы могли запросить request keyRedict get. И тут взять боди. То есть все отработало. Но ведь это не так в Джанго. Потому что, смотрите, если бы это был экземпляр класса, то в принципе так оно бы и было, да? Абсолютно. Но ведь мы же с вами раньше смотрели, что у нас это то, почему-то оказалось первым параметром модели. То есть первым параметром функции, а мы с вами сделали примерно. Да, в Джанго происходит примерно такое, да, но намного круче. Сейчас я хотел вам показать только одно с этого. Стоп. С этого хотел показать. Так оно не работает, но просто показал, что... Примерно таким образом пост вызывается. Ладно, не буду вас томить, пошли чего-нибудь делать. Это нам пока не надо. Давайте закомментируем. И начинаем. Request data. Import platform. Где-то еще допустил ошибку. Ага, смотрите, давайте-ка что-то чудеса какие-то начинают происходить. Запускаем. Так, это где-то я все-таки URL с line 17 опять. Ага, вот это пока мы с вами чудотворили. From Django import request data. Ну вообще, причем здесь вот так. Так, from
Так, где наш патч? Забыл путь импорта. Сейчас посмотрю. Точно. Django URLs. Все правильно. Вот бывает такое. Патч. Ну, давайте поехали дальше. То есть, ну вот, не сомневаюсь, все работает теперь, да? Уже не напутали нигде. Поехали комментировать. Оба! Систем чек. Смотрите. Стало все. Давайте пробовать. А работает ли наш запрос сейчас? Не работает. Так тут же все написано. Middleware. Промежуточное состояние. И тут даже написано для людей, конечно, которые тупо знают немножко Python. Что, пожалуйста, вот init и вот метод реализации, да? Вот написано, вот откуда этот request появляется-то. И дальше, поехали. Пример. Если в запросе есть то-то, иными словами, запросы может извлекать данные. Request и получать ответ. Что-то тут не то. Оказывается, все на странице написано. Оказывается, вся магия начинает твориться. Не где-то там бред, который вытаскивают кто и откуда. И говорят, ну вы знаете, ну это Django делает. Ну правильно. Правильно, ответ правильно. На самом деле Django все это размещает. Middleware. Ну давайте посмотрим. Middleware. Хотя бы раз в жизни. Мы с вами писали недавно Middleware, кстати, в школе. Django. Middleware. Ну, давайте, сейчас уже можно все остальное закрывать. Come on, Pi. Для начала, начинаем смотреть. Видим мы здесь Middleware Mixing. Нам, наверное, скорее всего, в первую очередь он надо. Это слой, который нам надо. Давайте смотреть. Где он там, ну, по пути. Django Utils. Ага. Deprecation. Django Utils. Вот тут, по-моему. Так, сначала нам надо найти кое-что. Middleware mixing. Получить ответ. Да? Преобразование строки. Дальше поехали. Каль. Обязательный параметр. Request. Слушайте. Так мы же так и классы выучим разбираться. Я не буду сейчас вас водить туда-сюда, но здесь call метод – это реализация. И здесь, если вы побудете, да, то оказывается, здесь написано, что можно и переименовать. И что это обязательный параметр и так далее. Mixing добавляет. Кроме этого, нам надо было common, который отвечает за вызов, то есть описывает логику плюс mixing. И тут уже написано для дураков, да? Метод, процесс, request, ну, наверное, читается совсем правильно, да? Self request и далее поехали.
читать, да? Проверьте на наличие слэша, адресов и так далее. Иными словами, request берется именно с промежуточного слоя middleware, который подгружается до загрузки страницы. Мы его писали. И в Django ведь очень четко это прописано, как это реализовать. Вы сами уже покопаете. Даже пример выведен, да, чтобы человек понял, что можно реализовать все, что угодно, то есть кроме тех методов, которые предоставлены, получить свои какие-то, если надо, какие-то уникальные при помощи промежуточного слоя. И даже полностью он написан. Впишите в каль свою логику, все остальное ничего менять не надо, да, по сути дела, если вы хотите. Все. Скажите, может, надо, ребят, ответ прост, не в мистике дело, а поработать, как мы работаем в школе с документацией, не обходя эту документацию, а бывая в ней. Это называется система работы с кодом. Поэтому, ребят, длинное видео, но я хотел, чтобы вы поняли. Можно было бы еще много чего рассказать, но хватит уже. И так вас загрузил по полной. Единственное, что могу сейчас сказать, что если вы начинаете работать с любым веб-библиотекой, вам надо понимать запросы и ответы. Это первое, что надо понимать. Мы дальше, потом я запишу видео, что надо понимать. Теперь вы поняли, откуда берется с промежуточного слоя. Как только мы убираем middleware, сразу наше представление с реквестом, как первым параметром. Здесь я там забыл один момент сказать, но сейчас проговорю. То есть обязательно первый параметр должен быть. Потому что когда мы все работает, давайте common уберем. Да? Все, поехали. И поехали, что дальше все сбивается. Там на самом деле в Django все связано. И сессии, и аутентификация, и все. И все связано. Это сессии, да, мы common. Да, и сразу наш слой перестает работать. То есть смысл этих middleware, что request, вот как в классах, да, self, то есть здесь в функциях request передается первым обязательным параметром. И дальше мы уже используем просто его как параметр. Если мы берем проект, да, какой-то, если мы берем, делаем какой-то проект, например, на функции, с функцией, да, то мы указываем первый параметр, и другие параметры, как там написано, могут быть какие. Смотрим еще раз документацию, там важный момент есть. В начале. Нам, в принципе, здесь и не надо, нам быстрее будет посмотреть здесь. Обратите внимание. Здесь все хитро сделано. Подкласс не вызывает супер, любое представление сделано здесь, должно произойти вынет.
Потому что если мы здесь найдем инет, как раз инет конкретно указывает, что извлекать. То есть, смотрите, ну это джанга, это просто круто сделано, понимаете? Тут по-другому не скажешь. То есть тут не вбито, как обычно, параметры обязательные в self, их бы было здесь большая куча. Ну, например, как здесь. Здесь попроще. Это один и тот же человек, кстати, писал при помощи. Тога, да? Вот здесь Windows, да, вот вынет вбиты все параметры окна, да? То есть и дальше пошло расписываться. Джанго сделано круче, поэтому мы не используем self. Здесь вообще никаких параметров. Но здесь вынет как конкретно, что надо вызвать, да, то есть очень конкретно перечислено. Вызывается сразу, да, при помощи метода, при помощи al, да, список, бац, и все, что ранее прописано. То есть функции какие. Дальше поехали наш query dict, да, from Django. И так поехали. Поняли. Дальше мог бы рассказать по middleware. Мы писали middleware как раз в школе. Но поройтесь, я вам показал. И там вы все увидите. И в документации, еще раз говорю, ведь все написано. Здесь написано, как что-то реализовать. Метод call request. Вспоминаем обязательный позиционный параметр, требует передачи обязательно позиционного аргумента. До этого, как я в школе говорю, методы должны быть отлетать никаких дум, да, то есть мы уже должны были прочитать. Вот и все, вот и вся фишка. И при помощи промежуточного слова мы должны передавать. Дальше записывается сама функция. Все, все как там в middleware. И таким образом получается, нет здесь никакой магии. Вот в Django проекте мы, допустим, тоже реализовывали middleware, да, и только мы Ajax, да, метод, чтоб работал. Там немножко все по-другому, в самом middleware. А здесь весь этот middleware, промежуточный слой, для того, чтобы был первый параметр. Вот и все. И если не будет первого обязательного параметра, то, ну, может быть, вот такой сервер будет работать, но боевой точно не будет работать. Давайте посмотрим. Этот может работать, и я скажу сразу. Ну, вот видите, здесь написано. Request data, так и с 0 позиционных аргумент, а надо 1. Иными словами, как ни крути, это не экземпляр класса, это не что-то, а это обычный позиционный обязательный параметр, который требует передачи обычного позиционного аргумента. Вот и все. И далее, очень легко все отслеживается. Да? Откуда ноги растут, можно еще покопаться. Вот 197, смотрим.
респонс, что должна была получить функция обратного вызова. Вот написано в rapid callback, да, callback, да? То есть request, вот он, родненький. Дальше смотрим, где путь, где можно еще посмотреть этот файл. То есть handler с базы, 190 response, да, ответы. То есть это кроме промежуточного слоя, мы идем уже в самую глубь, да, Django. Ну черт, пошли сходим. Core, ядро, handlers, базы. Django, ядро. Дальше смотрим путь. Папка. Exception, да, потом дальше. Стоп. Вот оно. 197. Или какой там? Ага, handlers базы. Базы. Где эта база, значит, немного. Так, а что мы открыли? То не то. Это не то. Это не то. Ага. Вот тут. Девяносто семь. Так. Вот смотрите, то, что я вам говорил, да, вот даже не надо. Не надо даже думать, вот то, что рассказывал. Применить промежуточное ПО. Ну, вот уже, да, написано, уже даже вы верите. Middleware, метод, self. Дальше берете, идете, смотрите эти методы. Response, методы. Request, обратные вызовы. Дальше, ответ. 197. Значит, попытаться сделать true. Получить ответ, то есть request, эти функции обратного вызова are quars. Иными словами, любые, кроме обязательного параметра, которому будет передан обязательный аргумент, не обязательно слово request, любое, да, изучайте сначала. Любые позиционные еще плюс и любые именованные параметры. Это уже на усмотрение. Если не получилось, то except, то есть обработать, перехватить исключение и вывести. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В данном случае выводит, да, что ответа не получено. Потому что мы пытались сделать то, что там написано в коде, но так как не получили, вывели исключение. И читаем. Пожалуйста, есть представление, вернуло? Нет, распространенная ошибка, да? Скажите, трудно, когда объясняешь? Трудного ничего нету, на самом деле. Но ведь здесь уже написано, там, где мы были, совсем уже для всех. Промежуточное программное обеспечение, указаны методы. Вот откуда появляется данный request в функциях. Можно дальше разобраться. Просто-напросто берите, поделайте исключение и посмотрите исходный код. Ведь все банально просто. Я надеюсь, после этого видео вы не будете больше читать бред, который мы читали в начале.
Ну, ребят, ну так же нельзя. Ну, надо же уважать свои знания, свой язык. А то, как понаписывают, вы знаете, и что уже сидишь и думаешь, и хочешь сказать, ну, мертвые с косами вдоль дорог стоят, ребят, и тишина. Слово мистика убираем. Слово request, понятно, да, это был параметр. Пост, это что? Это атрибут, агет. Но, ребят, ну, ребят, а вот хрен я вам скажу. Раньше говорил. Сейчас подумайте. Идите в Джанго поищите. Только хорошо ищите. А вдруг найдете? Это просто будет супер, если вы там найдете этот метод. Их там много. Главное, не перепутайте. Ну все, лучше в школу приходите, доучитесь, а не голову себе дурите. Все, ребят, все получится у вас. Это обычный метод Пайтона для словарей. Залезьте в словари, методы словарей Пайтона. К Джанго он не имеет никакого отношения. Так, все просто. Спасибо за доверие. Приходите, действительно, ребят, в школу. Где-то я... Ну, мне хотелось, чтобы вы знали. Спасибо за доверие. Нравится? Ставьте лайк. Ну, дурак я такой вот способ избрал, чтобы вас немножко поводить туда-сюда, чтобы вы раз навсегда запомнили. Ну, наконец-то. Слава Богу. Хоть один вопрос отпадет.